Добрый день, дорогие друзья! В прошлом видео я рассказывала более подробную информацию, так как полноценно защитить себя от простудной инфекции, от коронавируса. А что делать тем, кто не входит в группу риска? Как минимально защитить себя, обезопасить? А по минимуму, друзья, это два совершенно потрясающих комплекса, которые называются иммуноблиз и респиблиз, и они усиливают действие друг друга и всегда работают в синергии. И иммуноблиз это тот комплекс, который питает иммунитет, укрепляет иммунитет, размножает лейкоциты, помогает им активно справляться с инфекцией, помогает иммунной системе вырабатывать антитела, укрепляет, защищает, питает. И респиблиз это комплекс, который работает на дыхательную систему, снимая воспаление, улучшает систему очистки легких, питает, восстанавливает, налаживает. И вот эти два комплекса мы всегда пьем вместе. При любой инфекции, при вирусной, при бактериальной, при простудной, это проверенные временем комплексы.